Всем привет! Меня зовут Эли, я рада приветствовать вас на своем канале. Спасибо, что заглянули ко мне. Сегодня будет небольшая распаковочка посылочек с сайта AliExpress. Посылки идут ко мне в последнее время очень долго. Не знаю, с чем это связано. Видимо, все-таки с какими-то этими санкциями. В общем, пришло только вот 4, сколько я заказывала, совсем плохо идут. В общем, хочу что сказать еще. Говорят, что YouTube тоже закроют, да, и поэтому я сейчас осваиваю Яндекс.Дзен, да, многие рукодельницы тоже туда переходят, поэтому я, конечно же, обязательно дам вам знать, прикреплю все ссылочки, где меня можно найти, также я есть ВКонтакте, ссылочки я каждый раз пишу под своими видео, поэтому подписывайтесь на меня ВКонтакте, заглядывайте туда тоже. А если я освою Яндекс.Дзен, да, посмотрю, что там да как, конечно, дам ссылочку и на него. Вот. Но пока до конца буду здесь на Ютубе. Вот. На сегодняшние товары все ссылочки я оставлю внизу в описании под видео. Заходите, заглядывайте, может кому-то что-то и тоже приглянется. Начну вот с этой посылки, это уже не первая моя покупка. Это мне пришел вот такой органайзер с Джума, я его заказывала. На Джуме была очень привлекательная на него цена, на момент покупки он стоил 150 рублей, поэтому я его взяла. А так они в основном идут 250, 280, не знаю, что там, видимо, продавец решил сбавить цену, поэтому... Этот органайзер стоил 150 рублей. Хорошие контейнеры, очень, в принципе, плотно закрываются вот эти вот все ячейки. Здесь 28 ячеек. Каждой вот такой вот штучки по 4. Очень хорошо хранить. В таких я храню свои бусины разного размера. Вот у меня вот здесь вот есть. Вот черные, например, да, разного размера и... разного диаметра, и вообще всякие разные, и беконусы, и большие бусины. Очень тоже хорошо сюда входят. Вот у продавца я вот эти бусины заказывала, их 10 штук пришло. И сюда, вот в этот контейнер, они очень даже хорошо все поместились. В общем, удобные контейнеры, это для меня идеальный способ их хранения, для бусин я имела в виду. Поэтому постоянно их заказываю, да. Контейнеров тоже, как говорится, много не бывает. Так же, как и бисера, бусин и всего остального. Приходит он очень хорошо упакован. И пупырка, и пакет, и еще пакет, да, который вот идет вот такой. Он тоже идет с прослойкой пупырки. В общем, хорошо. И продавец отправляет их очень быстро. И полностью трек-номер отслеживается. Хороший продавец, ссылочку на него дам внизу в описании. Если кому-то нужны такие контейнеры, пожалуйста, заказывайте у этого продавца. Я его рекомендую, но он на Джуме. И нужно следить за скидками, да, потому что они бывают и дорогие у него, да, по баснословной какой-то цене. И вот как в этот раз мне повезло, совсем не очень дорого. 150 рублей на момент покупки. Так, давайте откроем дальше посылку. Я их все открыла, не смотрела, правда. Так, это мой повторный заказ. Кто уже видел, это бусины из натурального камня. Это камень агат. Я заказывала в двух размерах. Сейчас, конечно, очень сильно поднялись цены на AliExpress. Я просто в шоке, девочки. Не знаю теперь даже, как заказывать. Вообще там просто, если... Вот эти вот бусины из натурального камня, продавец давал купон, и они мне вот такая вот нитка, да, бусины 6 миллиметров, они мне выходили 53 рубля на момент покупки. Сейчас же такие бусины у него стоят 180-220, то есть там в зависимости от размера. В общем, я, конечно же, их схватила, когда он давал купон на них. И он давал купон, конечно, вот на 4 миллиметра и на 6 миллиметров.
По-моему, у него еще есть 8 миллиметров. Такие бусины. Но 8 миллиметров я очень-очень редко использую в своих брошах. Поэтому я заказала только в двух размерах. Вот взяла две нитки 4 миллиметра и одну нитку 6 миллиметров. Это бусины матовые, они очень классные, они все идеальные практически бусинки. Очень они красиво смотрятся в вышивке, мне очень они нравятся. Классно они выглядят, смотрятся, тяжеленькие. Нравится мне, как они в брошах смотрятся. Прям очень красивые. Вот такие бусины. Нитка довольно-таки большая. Надолго хватит. У продавца были размеры 3, 4, 6 и 8 миллиметров. И на выбор у него очень много бусин из натуральных камней. Очень много бусин было. Я до этого брала красные бусины, да, из коралла. Я вам показывала их. Очень красивые. Прям я их... Вообще, в основном, я их использую для снегиря, да, веточки. Но и недавно в брошь я делала зонтик красный, тоже их туда положила, красный коралл. Очень красиво они там смотрятся, конечно, вообще, мне прям нравятся эти камни, они все такие кругленькие, вернее, бусины из камня кругленькие, аккуратненькие, все дырочки у них прям, я бы сказала, даже идеального качества. И у продавца было на выбор очень много разных бусин из камней. Вот. Такие бусины. Так, следующая моя покупочка. Это мне пришли вот такие бусины. Продавец как-то их так прям запаковал. Первый раз так приходят. Посмотрите, все ровненько. 2, 4, 6, 8, 10 штучек. Я заказывала цвет морской волны. Ну, наверное, они такие и есть. Размер у них 8 на 11 миллиметров. Я такие уже бусины заказывала. Сейчас я вам покажу. Вот они у меня такие, знаете, темно-зеленого цвета. Вот, и мне нужны были такого цвета морской волны. Но я думала, что они немножко потемнее будут, да, как больше, наверное, ближе к изумрудному цвету. Но пришли вот такие. Но они не менее прекрасные. Очень все хорошего качества. Я вообще этими бусинами довольна. Еще хочу приобрести у продавца красного цвета мне нужно. И зеленого. В общем, у продавца очень много расцветок таких бусин. И очень все они приходят аккуратненькие, красивенькие. И хорошего качества. Все красиво блестят. И мне еще нравится, что вот у них вот здесь вот краешки, вот эти вот, они все ровненькие. Они никакие не покусанные, не погрызанные. В общем, такие идеальные бусинки. Они из стекла. Это не акрил, это стеклянные бусины. Смотрятся очень хорошо. Подходит, например, куда-то сделать, например, стрекозу можно в хвост, да, поставить такую бусину или подвеску сделать. Но в самой как броши, мне кажется, они немножко великоваты. Я как бы не использую такого большого размера бусин именно в брошах, да. А вот куда-то в хвост, например, какому-то насекомому или же, ну, там, например, скорпиону там можно поставить. В общем, вот такие девчонки красивые бусинки. И цвет у них, конечно, такой шикарный. Цвет морской волны. Очень красивый. Еще посылочку откроем. Это я заказывала пины. Пины я заказывала микс. Продавец пишет, что здесь 200 штук. Ну и ладно, пусть пишет, да. Микс, значит, здесь какой? Бронза, серебро. Бронза, серебро и золото, по-моему. Да, бронза, серебро и золото. Хорошие, классные пины. У меня уже такие были. Хорошего они качества. И они, знаете, не такие сильно мягкие. Такие твердовастые немного, да. На конце вот у них такие вот шарики. Мне очень они нравятся. Я их использую в основном в усики куда-нибудь для брошей, там, насекомых, когда делаю.
Или, например, вот сейчас я подготавливаю для вас новый мастер-класс. Это будет брошь Скорпион. Очень классная брошь получается. И в лапках у Скорпиона я использовала вот такие пины. Очень классные, мне нравятся. Здесь их довольно-таки очень много в пакете. Конечно, тут есть и погнутые, и не погнутые, но они очень хорошо выпрямляются. Да, то есть прям вот пальчиками я могу их очень ровненько выпрямить. Хорошие пины, хорошего качества. В общем, продавец тут что-то написал на своем. В общем, непонятно. Советую всем такие пины. Мне они нравятся. Я их уже покупала, использовала. Поэтому это моя повторная покупка. Ну и последняя моя посылочка. Это, конечно же, кристаллы. Куда же без них? Так, это цапы к кристаллам. Кристаллы это у меня... Эти цапы вот к этим овальным кристаллам. Давайте я покажу вам. Так, размер у них, по-моему, 8 на 10 я заказывала. Так, и это микс. Я заказала микс. Так, микс странный, да? Посмотрите. Посмотрите, какой микс. Значит, 4 сиреневых, да, таких кристаллика, 5 даже, да, 1 светло-сиреневый, и 3 цвета шампанского и 1 такой белый. Ну, конечно, продавец вообще не очень ответственный, хочу сказать, да, такой микс положить. На самом деле у него очень много там цветов. Кристаллы вот эти хорошего качества, это К9, у них очищенное стекло, то есть они не, там не царапаются, ничего, очень хорошие. Я всегда заказывала те цвета, которые мне нужны, но в связи с удорожанием очень сильно ценника на кристаллы, поэтому решила заказать микс. Ну, в общем, микс я больше такой заказывать не буду, лучше буду заказывать отдельно. Что хочу сказать про кристаллы. Кристаллы все хорошего качества. Продавец ответственный и в плане доставки. То есть трек номер полностью отслеживался, приходят быстро. Такие кристаллы мне пришли в Сбербанк в постамат. Так, дальше я заказала цапы под эти овалы. Цапы тоже неплохие, в серебряном цвете. Размер тоже 8 на 10, как и овалы. Все аккуратненькие. Мне нравится, я заказываю. Заказывать, не заказывать, смотрите, конечно, на ваше усмотрение, но как бы я советую, мне нравится. Они все хорошего качества, цапы держат хорошо. Они никакие не погрызанные, не корявые никакие. В общем, очень хорошего качества. В наборе их тоже идет 10 штучек. Так, последние кристаллики. Очень красивые. Я у этого продавца заказала голубые. Ну вот, теперь я вижу, что мне пришло. Посмотрите. Давайте я вам, наверное, на палетке их покажу. Вам будет так лучше видно. Заказала 10 штук кристаллов вот такого нежно-голубого цвета. Они такие на... Знаете, вообще они должны опаловые. На картинке были нарисованы опаловые, да? Такого, знаете, прям ледяного, красивого. Прям как леденцы. Очень красивого цвета, конечно. И вот, что мне пришло. Я, конечно, вам ссылочку прикреплю на них, да, посмотрите. Но то, что на картинке, и то, что пришло, да, видимо, не совсем совпадает, по крайней мере, мне. Может быть, так повезло. Не повезло, вернее. В общем, смотрите, что пришло, да. Явно вот эти вот кристаллы, они как леденцы. А вот эти... Ну, прям совсем не такие. Ну, в принципе, вы знаете, как бы я, конечно, спор открывать не буду. Вот, я их все использую в своих работах. Потому что они очень хорошего качества и блестят. И изнанка у них вообще замечательная. Ну, и вот такая вот, девчонки, у меня была распаковка небольшая. Можно сказать, даже маленькая. Ну...
решила я с вами все равно этим поделиться, то, что есть. Не знаю, в чем проблема, но посылки идут сейчас очень-очень долго. Поэтому остаемся все на связи. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте ставить пальчики вверх, нажимайте на колокольчик, потому что впереди вас ждет еще очень много интересных видео. Впереди ждет вас мастер-класс «Скорпион». Очень классная брошь получилась. Сейчас я редактирую видео, и в скором времени я, конечно же, с вами им поделюсь. На этом все. Всем пока-пока. Увидимся с вами в следующих видео.